Всем любителям пляжного волейбола привет! После снежного волейбола мы с вами перемещаемся в солнечное Сочи, где с 19 по 23 апреля пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Наш клуб будет следить за тремя парами. Первая – это Зажигина Екатерина и Юля Гусева, где играет наш главный тренер Екатерина, Анастасия Мельник и Елена Пономарева, где играет директор клуба Анастасия, и, конечно же, Вячеслав Красильников и Константин Семенов, где выступает наш основатель клуба Вячеслав. Завтра стартуют игры квалификации, где пара Анастасии Мельник будет бороться за выход в основную сетку против пары из города Анапы в 14:10 по Москве на третьем корте. Остальные же пары прошли в основную сетку и начнут свои игры с 20 апреля. А какая у вас любимая пара?